И вы на канале Надя Стар. Сегодня мы будем проходить какой-то опи клоуна. Тут что-то... А вот. Мне не хочется, честно, туда идти. Ну, раз это опи... Ну, боже мой. У него такие глаза и брови странные. Обязательно? Ой, фу, боже мой. Я не знаю, куда дальше идти. А сюда... Тут какой-то звук был. Ну, окей. А, надо идти. А тут лава. Это так стрёмно. Фух. Не обращайся. Это был... В смысле, это... Боже мой, это так пугает. Это был клоун, боже. Не предлагайте мне. Я не буду это покупать. Не буду это покупать. Не буду. Что это за лапка? Ой, какие милые. Какие милашки. Особенно вот этот вот так. Ну, у меня осталось в запасе только 3 робукса. Это все потому, что я потратила на скин, а потом потратила на чекпоинты. А знаете, я просто самое ужасное, вот тратишь там на что-нибудь. Я потратила робуксы на чекпоинты, попросила не ускорять, потому что как бы они... Ой. Это... В смысле? Ну, потому что они как бы мне помогли бы. Я почти прошла, остался последний уровень. Ну, и как всегда, конечно, я упала. Решила купить чекпоинты. И там, короче, попросила их не ускорять, говорила им это. Они ускорили, а потом еще обзывали меня разными матами. Ой, в смысле... Фу, я не хочу на это смотреть, честно, совсем не хочу. Всё. Боюсь сердечко. Как я испугалась, вы бы знали. Да почему? Да почему? Бесит. Ты просто так на меня, психуешь. Зачем? Да в смысле? Уф, все. Ужасные обе. Да в смысле? Я же остановилась. Боже мой, мальчик. Уф, бесит это. Да в смысле? Я никуда не поворачивала. Я вообще убрала это. Вы понимаете, он, у меня персонаж сам ходит. Вот, все нормально же. Да что ты веселишься? Ой, какой ты голосый мальчик. Привет, мальчик. Ты толкаешься. Окей, давайте проходить от первого лица. Пока. 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 Ой, такой звук.
Страшно. А вот это будет слишком сложно. Первое лицо подходить. Может быть, такой звук страшный. Да боже мой, этот звук меня так пугает. Я лучше его отключу, чтобы спокойно проходить. Спокойно. Что за слово спокойно? Его не вы... Вы издеваетесь. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Если я сейчас упаду, то эта девочка или это мальчик, там эта девочка, будет первее меня. Потому что она не играет от первого лица. Видите ли, тут шифта нету, чтобы притворяться для нее. Или ей притворяться. Короче, в смысле, в прошлый раз, когда я тут была, тут был только мальчик и девочка вообще. Я тут уже была, конечно, но я не проходила. Не совсем как была, точнее. Мы играли с подругой, она зашла в это обе. Я зашла с ней, там никого не... Тут никого не было почти. Точнее, мы были на разных серверах этого обе, но тут почти никого не было. У него была только девочка и два мальчика еще. А у меня была только девочка и мальчик, да. Возможно, еще кто-то зашел? Нет, еще две девочки и два мальчика у меня было. Ой, как сложно подниматься по лестнице. Ой, как сложно. Привет. Ой. Я ровно прыгнула. Тут просто прыгаешь. Ой, ты не задеваешь, конечно. Давайте я отдалю тебе камеру для этого. Ой, не совсем так. Давайте еще раз. Почему же не сыграть еще раз? Да в смысле? Да что это поставить? Я не могу. Бесит. Бесит, 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 бесит. Да в смысле? Я же прыгнула на месте. Я на месте прыгнула. Боже мой, бесит такая. Вот это вот, вот такая вот эта штука. Ладно, меня. Ну что, вышли уже? Опа-на, какой ты хорошенький. Он такой клёвый, он что-то говорит, испуганный очень. Куда дальше? В смысле? В смысле? Мне туда надо? Хорошо. Это было так страшно. Походу, надо обходить сразу. Он сейчас появится? Это сейчас очень страшно. Девочка его что ли не видит? Он за мной бежит. Сломя голову, бежит зато. Меня шатает. Мою кабинку шатает. Как я по-вашему спрыгну тогда? В смысле, нет? Он за мной бежит.
это очень страшно. Стой, кабинка, стой! Фух. Розовенькая. Я не хочу смотреть на него. Он страшный очень. Ну как я не допрыгнула, в смысле? Я считаю, что так нечестно. Войти еще раз, что ли? Эта девочка меня ждет. Спасибо, конечно, огромное. Но я не хочу тебя ждать. Я хочу проходить спокойно. А то помню, я ждала одну девочку. Прям ждала. Прям такая. Нет. Все время убегала от меня просто. Не ждала меня. Я хотела, чтобы мы с ней подружились. Даже предложила френд. Хотя она была вообще не донатером. Как она могла донатерше отказать? Такая, типа, я тут самая крутая. Вообще, я, конечно, все иду по виду, потому что мне не нравятся не донатеры. А там, походу, вход еще один. Опаньки. Потому что они все время задиры. Ой, какой звук. Чудо много. А, в смысле, я прыгать не могу. Куда? Нет. Вниз. Нет, эта штука сейчас горит от этого. Да вниз. Вот, а, это надо управлять, что ли? Ой, такой звук, честно, очень страшно. Ой, а как тут пройти? Это же невозможно. Фух. Ого. Ну, тут очень страшно. Так. Ого, ничего себе, он же меня коснулся. Окей, привет. Что ты там говоришь? Я все равно ничего не слышу. Пойдемте дальше, что у нас? Дальше у нас... Ой! Зачем я это сделала? Оп. Я просто думала, что тут просто идти надо. Ну окей, я не понимаю, где мы очутились, но где-то мы точно очутились. Фух. И вот эта штука мне уже не очень нравится. Хотя она слишком медленная. Что это такая медленная штука? Фуф. Ой. В смысле? Непон. Совершенно непон. Я считаю, что так нечестно совсем уж. Да нет! Да она же далеко была! Она далеко была! В смысле, не пончик-то? Давайте что ли еще раз? Она была далеко. Меня один раз предатель убил на очень сильном расстоянии. Просто на очень максимально сильном расстоянии убил. Вот примерно, ну, это было в Among Us. Это как, вот, знаете, что ли? От вулкана до меня сейчас. Он на таком расстоянии, если считать, как в реальной жизни, меня убил. Причем я сразу, я поняла, что это предатель, бежал нажать кнопку. Он меня как-то убил. Вообще не понимаю. А вот тут вот я все время уровень этот не могу. Ненавижу эту тонкую штуку. Ненавижу их. Тупые. Если я сейчас упаду просто так,
то я вам просто надаю. Просто-просто надаю. Тут нету чекпоинта. О! О! В смысле? Не понял. Я хочу от первого лица попробовать. Вот я почему не быстро... Ой. Ой-ой-ой, это было так быстро, что я даже ничего не поняла. Хоп. Вот тут мой хвостик видно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Желтая. Видеть мешает. Хоп-на, 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 хоп-на. В смысле? Не понял. Не понял. Я, боже мой, да в смысле? О, я лежу, отдыхаю тут. Совершенно не пон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ушки. Оп. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Ой, да... Бесит. Вообще, может быть, я его пройду хоть когда-нибудь в жизни. В смысле? Чё такие странности происходят? Тавр даже лучше, даже тавр, чем он выйдет. Вы понимаете, что я никуда не нажимала? Я остановилась же! Я же... Окей, теперь все время буду остановиться. Я наконец-таки прошла. Я не буду снимать, как я прохожу теперь больше походу никогда. А это я так понимаю... А, в смысле... А, это скорость. Что-то прыжок. Я сделаю так. Слушайте. Хотя нет, я сделаю наоборот. Вот так. Хоп. В смысле? Да я же прыгнула. Я реально прыгнула. У меня нажалась кнопка. Как будто бы я выше прыгаю. Хотя нет. Оп. Оп. Как будто бы я серьезно выше прыгаю. В смысле? Что так быстро? Я в смысле это уже все. Нет. Мои нервы еще не закончились. Надо ведь их совсем истрепать. Ой, опи, все, я ставлю ему дизлайк. Это максимально, что можно ему поставить из хорошего. Я бы могла оставить отзыв. Но тут, мне кажется, уже постарались и без меня эти отзывы налепить. Настолько такой-то плохое обе. Вы понимаете, у меня там прыжок не нажимается. Это обе ужасное. В следующий раз буду... Я вот в следующее видео у меня про Among Us. Все, я Роблокс.
закончила играть в него. Уже не люблю Roblox. Уже он мне не нравится. Я уже собираюсь... Да в смысле? Не пон. Я не пон, что там. Оп. Оп. Да в смысле? Оп. Да не бон, совершенно не бон. Вы издеваетесь? Я там не могу, как видите ли, прыгнуть. Да в смысле? А дальше куда? Сюда? Окей. И мне куда-то сюда, значит. А это прям истинный Пеннивайз. Круто. Тут был немного... В смысле, он прям ест. Прям, в смысле, это... Конец? А, нет, это не конец. Хоп. Оп. Я тут вообще ничего не знаю. Я проходила только до того момента. Я в вулкан не могла прыгнуть. Я не проходила до этого момента. Ой. Я горела розовым огнем. Уберите уже это! Боже мой, мне надо играть на компьютере, ноутбуке или где-то еще. Ну, не на телефоне! Да в смысле? Какой-то висит. Я не нажимала на второй прыжок. Нет! Не нажимала! Нет! Ну, это видео слишком долгое, поэтому мне так хочется его закончить. Там курица с картошкой на столе, потом покушай, ладно? Я прошла. Наконец-таки избавилась от этого. Проходим дальше комнату с капканами. Если вам не нравится, как я веду этот канал, переходите на любой другой канал. Я не заставляю вас смотреть меня. Я не понимаю, что тут? Но мне что-то не по себе. В смысле? Фуф. Это было непонятно. Легко. В смысле? Мысли. В смысле, хама мысли? Я считаю, что немного подождать. Ну, это было, это все слишком легко. Не понимаю, почему Маха не убиваха? Их проходила за 500 лет.
я сюда не хочу. Но мне, как видите ли, придёт. Что так медленно? Я думала, быстрее будет. Нет, я правда думала, что будет быстрее. Смотрите, вон вход. Или это выход? Да что так медленно? Уф, ну все. Это слишком медленно. Через полгода. 1 год спустя. Через 2 года. Наконец-таки мы, наверное... А, нет, мы не поедем побыстрее. Уже 2 года целых, а ты быстрее не собираешься совсем ехать. Наконец-таки. Типа он не будет к нам рваться. Нет, а куда он исчез тогда? Я хотела, кстати, туда прокатиться. Вот, что он туда идет, туда хочет. Как будто бы. У нас разные вообще клоуны. Там. У одного человека один клоун. Но мы его не видим. Это как светяшки в таваре, например. Либо те платформы, которые туда-сюда двигаются, улетают у тебя из-под ног. Ух, это слишком долго. Вот это минус. Это большой минус. Тут уже миллиард просто минусов. Вы поняли уже. Уровни тупые. Тупые. Идёшь просто сам. Я так понимаю, нас сейчас выбросят. Нет, 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 я хочу назад. Я не хочу вперед. Назад, назад, назад. Назад. Мы сейчас разобьемся, да? Боже мой. Ой. Чекпоинт. В смысле, все? Все, все, все. Все при все при все. 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 Ого, тут можно ехать на нем. Ого. Ну а на сегодня всех люблю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, и тогда клоун не придет к вам.